Женщины работают, мужчины отдыхают. А депутат горсовета снимает все это на телефон. Аркадий Волков поделился в Фейсбуке видео уборки снега возле мэрии. Что такое? Красноярская ЖКХ в 21 веке. Вот смотрите, девушка работает, а парни сидят, семечки лузгают. Зрелище настолько впечатлило депутата, что он выдвинул предложение. Департаментом горхозяйства должна руководить женщина. Пользователи в комментариях его поддерживают, а еще интересуются, почему снег убирает не спецтехника, а люди с лопатами. И спрашивают, когда же в городе очистят дороги.